Одним из главных мероприятий Республиканского научного форума стало подписание соглашения между правительством республики и Государственным Эрмитажем. Погребально-поминальный комплекс «Чингетей-1» исследуется Южно-Сибирской экспедицией Эрмитажа с 2008 года. Работы по сохранению уникальных находок, обнаруженных в кургане, будут проводиться в лабораториях Государственного Эрмитажа. Церемония подписания соглашения проводится в режиме ВКС. Экспедиция археологов обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами, вещи, которые потом будут в музее, но для того, чтобы они превратились в носители информации, для того, чтобы осуществилось то, для чего делаются раскопки, то, чтобы мы узнали о скифах много нового и увидели новые их вещи, нужны исследования. Нужны исследования, реставрация, все то, что делалось, например, несколько лет назад с материалами из кургана «Аржан-2», это тоже тувинский курган, тоже обнаруженный теми же людьми-археологами. Вот эти работы будут проведены в Эрмитаже, и об этом мы и подписываем соглашение, после чего вещи вернутся в Тыву. Подписание данного соглашения закрепляет право на научное изучение, реставрацию и консервацию группы археологических предметов из раскопок Южно-Сибирской экспедиции на территории погребально-поминального комплекса «Чингетей-1», принятых на обработку и временное хранение в Государственный Эрмитаж. Напомню, что в полевом сезоне этого года участники экспедиции обнаружили в кургане «Чингетей-1» захоронение знатного воина скифского времени. Глава Тувы Владислав Ховлы посредством телемоста пригласил директора Эрмитажа лично посетить Туву. Археологические данные способны изменить интерес к целому региону, и мы яркий тому пример. Благодаря открытию скифского кургана «Аржан-2» Тува стала центром притяжения. Выставка скифского золота в Национальном музее без преувеличения является мировой ценностью. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, фиксирует весь алгоритм действий по работе с археологическими находками, обнаружен на территории республики и со стороны Эрмитажа, и со стороны правительства Тувы. Делать наши действия публичными, прозрачными и понятными для всех. Еще раз хочу выразить большое удовлетворение от сотрудничества и пригласить вас, Михаил Борисович, посетить нашу республику. Удобно для вас время. 2022 по 2031 годы в России объявлено десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Целями десятилетия считается привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков решения важных для страны задач. Таким образом, сегодня в режиме ВКС было подписано соглашение об условиях проведения работ по научному изучению, реставрации, консервации и реконструкции археологических предметов из раскопок погребально-поминальных комплекса «Чингетей-1». Айра Асабуя Магуш, Албамагуш и Азамат Ачур, телеканал «Тува-24».